Шисанлинское водохранилище должно быть закончено до начала половодья. Работы идут днем и ночью. По всей стройке разнеслась весть. Председатель Мао приехал к нам. Руководители партии и правительства сегодня будут трудиться вместе со всеми строителями водохранилища. Лю Шао Ци, Жоу Эн Лай, Жу Дэ, великий народ Китая в едином порыве преобразует природу своей родины.